как началась тренировка? Что дает? Какие перспективы? Это международный сбор. Мы начали подготовку на Азию, Азиатские игры, Гранд Слам Баку. Это один время будет, да, на чемпионат Азиатские игры и Гранд Слам Баку. И мы подготовимся, но самый важный цель это Азиатские игры, команда, кто на Азию едет. Еще, знаешь что, помогает это молодежным дзюдоистам, которые их чемпионат мира есть. Приезжает сегодня сборная Азербайджан, сборная Израиль. Такой опытный спортсмен, звезда дзюдо, понимаете. И для наших спортсменов, молодежи, это большой опыт и большая мотивация для них. Понимаешь, вот это международный сбор помогает развивать дзюдо в Узбекистане с молодежью. Вот когда, вот представляете, молодые будут бороться с такими звездами, как Сагим Муки, как Хейдар Алиев, как другие, это очень хорошо для спортсмена. Ну, здесь есть наши соперники основные, да, Гранши. Конечно. Все. У сборной Азербайджан 36 человек принесли. Израиль еще там 81 соперник, 100 килограмм. Все есть звезды, конечно. Ну, они между нами не борются. Они чисто другие спортсмены, молодежь. Но все равно мы уже знаем, как надо бороться. Сколько лет мы уже боремся, мы уже знаем, как надо друг с другом бороться. Какое-то показание дает сейчас, ребята? Ну, конечно. Не ошибками мы знаем, это работаем, мы каждый день над ошибками работаем. Здесь самое главное сейчас мне их, знаешь, дыхание. Дыхание, терпение. И вот самое главное вот это дыхание и терпение у нас здесь задача. А молодым кого может видели? Наши? У молодых у нас вот видели кадеты, 6 медалей на чемпионат мира. Это, знаете, да, это работа, это вот спортсмены, которые, государство, которое помогает. Вот это самое главное, да. Все условия дает нашим спортсменам, не только дзюдо, общий спорт. Что вот такие результаты показывают. Без помощи, без такой условия не будет результата. Ребята сейчас наблюдают, они борются с легковесами и тяжеловесами. Что дает? Да, конечно, это значит, что легковесами дает на скорость, чувство, дзюдо, а тяжелым физика. Ну, конечно, их есть задание.